Центральной универсальной научной библиотеки состоялась презентация альбома Александра Роу. Работа над изданием велась более 6 лет. Книга была подготовлена при участии Государственного музея кино и научно-исследовательского института киноискусства. Своими воспоминаниями поделились кинематографисты, которые работали с Александром Роу. Краеведы города Юрьевца помогли в поисках архивных и документальных свидетельств об Александре Роу. Альбом включает иллюстрированный материал, редкие фотографии, многие из которых опубликованы впервые. Главной задачей, которую пытались решить авторы-составители альбома, был поиск подлинного места рождения известного режиссера и сказочника Александра Роу. Мы вдруг столкнулись с такой проблемой, что нет документов, подтверждающих место рождения Александра Артуровича. В источниках, библиографических источниках обозначен город Сергиев Посад, город Юрьевец и город Москва. И, к сожалению, поиски не принесли успеха. До сих пор нет метрических документов, которые бы подтверждали место рождения.